Я дебил. У меня на клавишу 3 на нампаде забинджен. Забинджено отключение микрофона. Замечательно, что могу сказать? Блин, нельзя быть таким косипором, это просто жопа. Ну, в общем, здесь мы закончили, осталось найти это сраное пятнышко, из-за которого нам 1% не засчитали в прошлый раз. Да. Да поздно уже здороваться. Блин, нужно перепинить, серьезно, я уже второй раз на эту штуку напарываюсь. Либо нужно прекратить вводить цифры с нампада. Блин, самое обидное то, что у меня все вот эти графики перед глазами. То есть, если бы я просто чуть-чуть опустил взгляд, я бы понял, что у меня микрофон отключен. Или у меня есть идеи получше. Я этот стрим дропну, когда мы добьем вот это до 100% и начнем новый с прохождением новой карты. Этот я просто приклею к предыдущему. О! Хороший звук. Понятно, не здесь. Блин, а где напечаток только было, все? Блин, я сейчас реально как кретин чувствую. Это пипец, блин, сколько я там 10 минут проговорил без микрофона. А, ужас. Не люблю косячить. Блин, фигня какая-то, я не нахожу ничего. Этот кровавый след мы, скорее всего, сегодня только оставили. Здесь что-то еще и должно быть.
знаю, потолок хреново отмыли. Я просто не хочу, как в первый раз, все предметы в мусоросжигатель засовывать. Я тебя сейчас прибью. Давай, вылезай. Вот. Нет, почти. Давай. А, в начале стрима говорил то, что я не знаю, почему оповещалка не срабатывает на стримах с миксера. То есть, с ключом она работает исправно, а вот мои иногда не подхватывают. А выявить причину мне так и не удалось, как способ лечения. Короче, у меня нет идеи, где это пятно может быть. Вообще 98%. Вы издеваетесь? Почему? Какого хрена? Как это вообще получилось? Сейчас же тоже ничего не было. В шопу, ладно, следующая карта. Даже выяснять не хочу, все настроение испортили. Так, щетку не беру по непонятным причинам, когда я достаю щетку, у меня проседает FPS. Не всегда, но изредка. Чем это связано, я понять не могу. То есть неужели на обработку сраной щетки уходит столько ресурсов, то что меня коп не вывозит? То есть, блин, вы серьезно?
Короче, на этот детектор запаха вообще бесполезно полагаться. То есть, если мы полностью прошарили карту всю и все равно получили 98%, то он бесполезен. Это, по идее, ID какие-то чипы, я не знаю. А, я не думаю, что в каком-то терминалу нужно нести. Они никуда не вставляются. Другой вопрос в том, что это мусором, скорее всего, не считается, их можно оставлять, но... Я не знаю, у нас первую карту засчитал на 100%, мы все эти флешки сожгли. Так что, наверное, нет. Хотя сделаю исключение, но в порядке эксперимента. Отверстие. Неужели тут есть сварочный аппарат, которым заделывать нужно? Я вот как раз все ждал такую карту. Ну, ждал сильное слово, я скорее... Чуть не уронили. Скорее, мне было интересно, когда нам дадут такую возможность. А, фу ты, блин. Вот эту карту я проходил в первый самый раз, когда играл. А то я смотрю, что-то она как изменилась. Не, все нормально. Использовать. Он больше срач развожу, чем чтение чудо.
Я такого не видел. О! Ладно, пофиг. Я знаю то, что нужно код к двери к той как-то подбирать, и этот код создается для каждой версии игры, то есть нельзя его в интернете посмотреть. Но сомневаюсь, что здесь флешки завязаны. Мне вообще кажется то, что код от двери скрыт где-то среди файлов на компьютере. Но учитывая сколько там этих файлов, как бы искать его выйдет очень не быстро. Чьи это следы, я понять не могу, не мои же. Так вообще хрен с ним. Заберем эти флешки в офис. Где там мой ящик? Где-то еще флешка была. Да, я знал, что закончится все.
именно так все и должно было кончиться. Откуда ты это вообще берешь? Я говорю, мы же первую карту проходили, мы там мало того, что не расставляли бочки, мы их вообще нахрен все сожгли. Скорее всего, для какой-то просто конкретной карты. Но мне кажется, это для какой-то конкретной карты просто такая механика сделана. Потому что здесь никаких желтых отметин нету нигде. А, или есть. А, действительно есть.